Здравствуйте, друзья, с вами Феликс. И сегодня я снимаю коротенькое такое видео о сайте Advertiser Junction. Вопрос связан с покупкой и перепокупкой пакетов на этом сайте. Для тех, кто первый раз видит ролик про этот сайт, скажу лишь в двух словах, что мы его используем, я и мои партнеры, для рекламы. Итак, начисления, которые идут нам на этом сайте, на купленные пакеты, распределяются по двум балансам, на repurchase и на баланс на вывод. Это можно увидеть вот отсюда, с этой вкладки My Wallet, чтобы более подробно узнать, сколько у нас на одном или другом балансе, для того, чтобы правильно осуществить покупку пакета. Итак, нажимаем вот на эту вкладку выпадающего меню. И вот здесь у нас балансы видны. Вот это у нас repurchase баланс 96 центов. Вот это у нас баланс на вывод, который мы можем вывести. И вот здесь общий баланс. Итак, мы увидели картину, на каком балансе сколько у нас есть денег. И для того, чтобы правильно осуществить покупку, надо, ну, запомнить, да, вот эти значения, так скажем. И переходим к самой покупке пакетов. Они покупаются вот с этой вкладки Edshare. И здесь вот такой нюанс. Если мы нажимаем вот на эту кнопку Buy Edshares, мы можем купить именно с баланса на вывод или с внешнего источника. У нас вот здесь видно, да, вот это у нас баланс на вывод. Если мы покупаем с repurchase баланса, надо переходить вот по этой вкладке repurchase. И когда мы уже кликаем по repurchase, вот по этой вкладке, то покупка пакета осуществляется именно с repurchase баланса. И следовательно, уже это на наш выбор. То есть мы видели, ну, вот только что у меня на repurchase балансе всего 96 центов. И вот если я тут, ну, тут минимальные два пакета, допустим, вот ввел два пакета, и мне надо показать, с какого баланса, да, я делаю покупку. Вот он, Solid Trust Pay. Они тут разные платежки, но у нас тут на Solid Trust Pay. Вот 0.96, то есть у меня не хватает. Но когда у вас будет хватать, вы на repurchase балансе, вы нажимаете сюда, вот выбираете вот это и Buy Now. Если же вы хотите сделать покупку с обычного, с кэш баланса, с баланса на вывод, вы нажимаете вот на эту вкладку, у вас открывается вот такая вот страница. Ну, она аналогична предыдущей, просто сразу балансы отрегулированы. И точно так же, вот если я сейчас нажму сюда вот два пакета, в выпадающем меню вот на Solid Trust Pay у меня 6 с чем-то. То есть я 6 пакетов могу купить с этого баланса. Вот таким образом могу сразу купить, допустим, 2-долларовые пакеты. Даже вот 5 долларов с этого баланса мне доступно уже. Вот у меня тут на этом балансе 6 долларов есть. Здесь процент чуть выше, допустим, чем вот наверху. Ну вот, пожалуй, и все о покупке пакетов на этом сайте. Всем удачи, всем пока. Привет, Александр. С вами был Феликс.